Первый слой нового асфальта проложен, теперь накладывают второй. Разрушенная оползнем дорога по улице Ясногорская впервые капитально ремонтируется. На эти цели мэрии было затрачено порядка 3 миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию северного выезда с Бытхи этот участок дороги стал востребован местными жителями. А главное, что ямы исчезнут с разворотной площадки автобусов у остановочного павильона. Свежим асфальтом покроют 430 метров полотна. Полностью сделано уже, получается, 200 метров, и осталось 200 только верхнего слоя добавить. Ремонтные работы асфальтового полотна завершатся уже через 2 дня. Дорога огибает этот пустырь. На протяжении 5 лет ему искали должное применение. Теперь, благодаря мэру курорта Анатолию Пахомову, выбор сделан в пользу местных жителей. Здесь будет детская площадка с забором многофункциональная. Ниже посадим деревья. Активистки дома номер 46 по улице Бытха с нетерпением ждут начала работы, готовы включиться в благоустройство будущего сквера. Вместе с районным архитектором разработали план. Существенную помощь оказали сочинские единороссы. Спасибо нашему депутату Чепнян Аганес Меликовичу. Он предложил свои услуги по доставке деревьев, там, по устройству подпорной стенки, чтобы тут вот не расползалась земля. Наш новый глава района, спасибо ему, он даже восстанавливает и дорогу, и все. Он вошел в наше положение. Мы очень рады поддержке городской и районной администрации. Уютный сквер и место досуга детворы начнет функционировать в следующем году. Первый этап уже выполнен. Котлован засыпан, распланирован, уплотнен. Сейчас идет разработка проектной документации, каким образом расстановка элементов детских спортивных сооружений, тротуаров, озеленения, деревьев и всего такого. Я считаю, что в этом году мы уже эту работу как минимум начнем вместе с жителями. Наряду с этим работают над проектом строительства многофункциональной спортивной площадки на улице Возрождения. Уделяют также внимание обновлению и возведению тротуаров и лестничных сходов в микрорайоне. Работы по их благоустройству завершатся к октябрю. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.